Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут София, я очень парозависимый человек, увлеченный, вовлеченный, не эксперт, не коллекционер. Рада, правда, очень рада вас видеть. Хотела поблагодарить вас за помощь, за поддержку в разных моих ситуациях, помощь животным. Без вас вообще никуда. И наступающая зима, морозы могут доходить до 30 градусов. Животные не выдержат, если они будут голодными. Главная задача их накормить. Вы мне помогаете, помогаете очень. Признательна вам бесконечно. Но и признательна вам, когда вы поддерживаете меня в непростых жизненных ситуациях. Вы знаете, как я грустила, как мне было плохо, и как мне, собственно, и сейчас плохо. Те, кто подписан, знают почему. Ну, и вот в Инстаграм все есть. И когда совсем стало не в моготу, я спросила в Телеграм-канале, который я завела, тоже ссылка в инфобоксе, чтобы снять такого, потому что вдруг какая-то пустота появилась в сердце, и хотелось молчать на самом деле. И Олечка подсказала: сними о парфюмах, которые поддерживают. Такие парфюмы-друзья. Можно назвать их антидепрессантами, как угодно. Я подумала, что на самом деле нужно снять это видео, потому что особенно если ты такой человек, который любит парфюмерию, увлекается парфюмерией, конечно, мы подбираем парфюмы для себя, чтобы они как-то поддержали, согрели, помогли в конце концов. Хотя у меня, наверное, здесь будет несколько более холодный взгляд на все на это. Конечно, парфюм не таблетка. Конечно, парфюм не лекарство. Конечно, большую боль парфюм не излечит. Если вообще что-то может излечить эту боль. Время может быть, да. Но поддержка, да. Мы сами себе можем создавать какие-то условия, которые, хотя бы не усугубляют ситуацию. Поэтому парфюмы могут подставить плечо, а дальше уже как получится. Я подобрала некоторое количество парфюмов, которые на самом деле сейчас меня поддерживают, которыми я хочу пользоваться. Конечно, я пользуюсь большим количеством парфюмов, но просто не все именно ту функцию выполняют. И я подобрала, в принципе, не все парфюмы, которые могли бы мне помочь, потому что я сейчас пытаюсь разобраться в своем шкафу, там полный хаос, начинаю и бросаю это дело. Но летние, откровенно летние парфюмы, цитрусовые какие-то парфюмы, многие я просто убрала на верхнюю полку, и поэтому они сейчас мною не используются, поэтому я их вам сейчас и не покажу. В общем, некая объективная реальность, насколько это возможно. Парфюмы разные. Парфюмы стоят по-разному, относятся к разным категориям. То есть здесь есть и ниша, есть и люкс, есть дешевые парфюмы. Я это к чему говорю? Я говорю это к тому, что цена не всегда определяет воздействие парфюма на вас, на ваших окружающих. Да? Название марки не всегда это определяет. Хорошо, если вы можете найти тот парфюм, который соответствует вашему настроению или не соответствует вашему настроению. Но ваше настроение может немножечко подправить. Давайте начнем. Поехали. Первым назову парфюм немецкой марки Йоп. Это Либейн. Я все время говорю, когда показываю этот парфюм, что баньки для меня в этом парфюме нет. А если много солнца, он светлый.
он светлый и простой. И эта простота подкупает. И когда хочется вот чего-то несложного, когда ты понимаешь, что со сложностями ну, достаточно, уже хватит, вот этот парфюм ношу с удовольствием в разное время года и дома пользовалась в том числе. В общем, хороший, не проходите мимо. Он есть, по-моему, на мейкапе и на Натида. Следующий парфюм – это моя недавняя любовь, это Диптик в парфюмерной воде. Я счастлива, что Аня подсказала мне и познакомила меня вот с такой любовью. Для меня вот эта молочность и сладость, и нежность, и то, что парфюм такой вот обтекаемый, он обволакивает. Вот за это я его люблю. В туалетной воде я этого не слышу, не чувствую. И, возможно, то воздействие, которое оказывает туалетная вода, мне и не нужно. А вот здесь вот эта нежность, эта прозрачность, это то, что, в чем я, возможно, нуждаюсь. Парфюм очень хорош. Я уже опробовала его и в теплое время года, и в холодную погоду. Замечательный. Тут случай, когда первый затест заставляет себя сказать «Вау!». И первое впечатление вот этого вот этой радости какой-то, радости от того, что ты знаком с таким, радости от того, что ты ощущаешь это, вот эта радость, она повторяется и повторяется при каждом использовании этого парфюма. Отдельная радость, если честно, от флакона, от рисунков, которые здесь, потому что, знаете, иногда нужно не торопиться, иногда нужно делать что-то медленно. Я мастер делать что-то медленно. Но правда, вот посмотреть на то, какие рисунки здесь с другой стороны, например, парфюмы. Часто ли мы это делаем? Не часто, я думаю. Но вот это наслаждение, эта радость, этот восторг, они должны быть чаще и хорошо, если это во всем проявляется. И сам флакон произведения искусства, включая оформление, все, да, не только стекло, и сам парфюм однозначно, да. Следующий парфюм, как и первый, недорогой, Чарути 1881. Ну, во-первых, это подарок моего ребенка. Это очень для меня трогательно. Я с удовольствием этот парфюм носила летом, и недавно я нанесла его на себя после душа, и я удивилась, как он прекрасен. У меня было ощущение, что я нанесла на тело какое-то масло, которое передает вот этот тонкий запах с одной стороны луговых цветов, а с другой стороны там есть красивая садовая роза. И вот это сочетание простого и элегантного, вот это вот какая-то легкость и ненавязчивость, там нет навязчивых нот, там все очень хорошо сплетено, при этом там все слышимо, и вот эта вот кремовость, это то, что нужно, чтобы расслабиться, подарить себе какое-то удовольствие. Здесь я хочу сказать, я отношусь к поколению, которое учили не любить себя и научили не любить себя, и когда уже ты сильно взрослый, там, пожилой человек, ты понимаешь, что это неправильно. Так не должно быть. Надо говорить своим детям, наверное, о том, что ты у себя одна, ты у себя один, люби себя. Не единственного себя в этом мире. Но про себя никак нельзя забывать. И вот 1881 Чарути меня как-то на эту мысль в очередной раз навел. Вот. Следующий парфюм, и здесь тоже нужно сказать о флаконе, это Дюна Кристиан Диор. И содержимое флакон все оказывает на меня медитативное действие. Мне нравится эта сладость Дюны, мне нравится это какая-то тягучая субстанция, как сладкая смола, я так это слышу, по крайней мере сейчас. Там не столько специй, чтобы эти специи меня как-то хлестали по щекам,
Но это абсолютно комфортное состояние. И если мы говорим о флаконе, я очень люблю вот прям трогать, держать в руках этот флакон. Мне кажется, что я сама могу слепить вот эту форму, как будто стекло мягкое, и как будто я творец этого флакона. То есть вот правда держишь и хочешь каким-то образом быть стеклодувом, я не знаю, каким-то мастером, который может, который в состоянии сделать вот этот шедевр. Я на самом деле считаю, что Дюна – это шедевр в парфюмерном искусстве, при этом несколько находящийся в тени. Мне кажется, это несправедливо. Мне, в принципе, кажется, что марка Кристиан Диор сейчас несколько в тени. Может быть, будет какой-то ренессанс. Но при этом я не хотела бы, чтобы ренессанс коснулся Дюны, потому что, конечно, парфюм заканчивается, и я думаю о том, чтобы заиметь еще один флакон. Что у нас идет следующим номером программы? А у нас идет жирный электрик. Жирный электрик – парфюм, который прошел хорошую проверку, потому что флакон был куплен не сразу. Я сносила два маленьких от Леванта и ношу парфюм по-прежнему. Я считаю, что жирный электрик – это парфюм для себя. Ты никого не поразишь своим вот этим вот звучанием, каким-то супершлейфом. Так ли это нужно? Наверное, не всегда. Наверное, не всегда. А вот в какое-то внимание к себе, сейчас не про любовь к себе, а внимание к себе, сейчас поясню, о чем я говорю. Внимание к себе, оно важно, потому что, вот, например, жирный электрик заставляет меня, ну, не принуждает, да, способствует тому, чтобы я подумала о том, что я чувствую. Потому что какой-то самоанализ, он нужен. И с одной стороны, вот этот вот парфюм может быть несколько сдержан, да, там нет бурных, буйных эмоций. Но так или иначе, он замедляет меня, останавливает меня, и я могу послушать, что я сейчас есть, в каком я сейчас состоянии, куда я двигаюсь со своими эмоциями. Это важно. С другой стороны, если поймать правильную погоду, в частности, для меня это дождливая погода. Вот в дождь на мне электрик раскрывается бесконечной нежностью. Да? А дальше уже ваше решение, куда, на что, на кого вы эту нежность направите. Мне кажется, он прекрасен, интересен. И опять же, в 100-тысячный раз повторю, никакой горелой проводки я в этом жирном электрике не слышу. Следующий парфюм – это Lush кардамон кофе. Я должна сказать спасибо, спасибо со всех больших букв Алене, дорогой Алене Ален, которая мне прислала этот парфюм, потому что для меня это супер кофе. У меня уже скапливается некоторое количество парфюмов с кофе, немного, немного. Я пока, наверное, в начале пути, и мне этот путь интересен. Но кардамон кофе это опять же шедевр, на мой взгляд. При этом сначала это кофе, который только вот тебе сейчас только сварят. Ты пришел к друзьям, они тебя спрашивают, сварить кофе? Да, говоришь, да. Да, и вот мельница начинает молоть зерна, и вот тебе варят этот кофе. И сначала кажется, что ну а чего особенного, кофе и кофе, кофе и кофе. А потом, когда парфюм усаживается, ты погружаешься в эту дружескую атмосферу. И дальше ты уже переносишься куда-то в кафе,
где ты уже среди большого количества друзей, и вы ведете теплые разговоры, а вокруг вас вот эти кофейные какие-то пары вас окутывают, вас укрывают, вас защищают. Парфюм теплый, в какой-то момент появляются гурманские ноты, которые говорят вам о том, что, а возможно, там и десерты подоспели. Парфюм предполагает, что ты не торопишься, что ты можешь уделить внимание близким, а они уделят внимание тебе. Я с радостью, я с удивлением, я с восторгом наблюдаю за вот этим раскрытием, которое есть в этом парфюме. Мне очень жалко, что у нас парфюм не продают, говорят, его сняли. Но вот эти драгоценные капли, они для меня на самом деле драгоценны, потому что они мне реально в некоторые дни печальные помогли. Вот. Поменяем вектор. И это гумин. Гумин, опять же, я должна сказать спасибо Олечке, дорогой, потому что в лице гумина. И я последнее время часто показываю этот парфюм. В лице гумина я встретила, как будто у него есть лицо. Давайте представим, что у него есть лицо. В виде гумина я встретила веселого друга. Ты можешь даже в какой-то момент сердиться, а что ты такой веселый, да? Мне же плохо, а ты светишься. А просто это человек такой, да? Вот если мы говорим о человеке, о друге, который постоянно является источником радости, энергии, поддержки, помощи. Дело не в том, что он улыбается, да, а из него исходит вот эта радость. И гумин именно такой. Удивительный парфюм, ну вот он поражает меня каждый раз, когда я им пользуюсь, потому что он два раза одинаково не звучал никогда. Но каждый раз он звучит очень-очень оптимистично. И я удивляюсь, как в этом парфюме соединено, кажется, то, что соединить очень сложно. Все ноты должны были быть не в попад. Да, и мне казалось, что он должен просто орать и быть каким-то, ну, таким вот, не знаю, статусно, пафосно, громким. А нет, он просто вот тот самый друг, который тебя немножко подталкивает вперед и говорит: ну не останавливайся, не останавливайся, иди, 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 иди дальше. Двигайся, двигайся, делай что-то. Будешь что-то делать, и, возможно, боль будет меньше. Вот как-то так. Перейдем к Сержу Лютанцу. Ну, мы понимаем, что Серж Лютанц это в основном все-таки печалька, рефлексия, страдашки. И большинство моих флаконов Серж Лютанц это, конечно, про страдашки, либо про преодоление, либо вот, ну, не про расслабление совершенно точно, не про антидепрессанты, точно. Но я не могла не показать ванильный лес. Это, в принципе, для меня знаковые парфюмы. Если вот, ну, спросить тех людей, которые меня знают или которые давно смотрят мой канал, какой самый любимый Сони парфюм? Ванильный лес, конечно. Серж Лютанс всегда-всегда, везде-везде волшебный. Это просто продолжение меня. И отказаться от этого парфюма, это значит отказаться от какой-то части меня, от какой-то части меня в плане эмоций. Вот здесь всегда есть стремление к свету, всегда есть стремление к солнцу, всегда есть стремление к чему-то хорошему. И когда внутренне ты понимаешь, что вот это стремление к хорошему как-то гасится, то вот этот парфюм, он тебя может немножечко вытянуть вот в ту сторону, в солнечную сторону. Я для новых подписчиков, наверное, должна сказать, что это далеко не первый, не второй и не третий флаконы в моей жизни.
И это тот парфюм, который должен быть у меня практически всегда, без практически, просто всегда, всегда, всегда. И покажу еще один медитативный и опасный для себя парфюм. Это Сантал Можескюль. Я уже говорила, что этот парфюм опасен, потому что я в нем работать не могу. А могу я в нем только лежать в пижаме, под пледом, с собаками, кошками, смотреть YouTube, слушать музыку. Ну, это ли не антидепрессант? Да, вот в сочетании всего этого. Ну да, дел много. Ну да, дела большие, и они тебя подгоняют. Но ты не можешь быть постоянно в состоянии бега, ты не можешь быть в состоянии цейтнота, хотя ты все время в состоянии цейтнота. Ты должен иногда лечь под одеяло и включить YouTube и смотреть любимых парфюмерных блогеров, девочки, мальчики, привет. Гладить кошек, собак и не думать о плохом. Вот Сантал Мужескюль для меня абсолютно выбивающий меня из рабочего ритма. Парфюм, укладывающий, заворачивающий в плед и заставляющий забыть, забыть, забыть о плохом. Моя палочка-выручалочка. Eau de Protection Elda. Я говорила, что это парфюм-талисман. Когда страшно, больно, горько, еще раз страшно и страшно, ужасно как. Только этот парфюм всегда, навсегда тоже прошел через множество адъювантов. Лью на себя нещадно в те дни, когда нужно справиться со страхом. Вот. Он не расслабляет, но он защищает. Вот больше и сказать мне нечего. Следующий. 47.1 с классической версией. Давайте быстренько повторим этот фокус-покус. Раз, два, три, четыре. Растираем молекулы и дышим. И дышим, потому что это написано, как инструкция на коробке, на упаковке. Написано: вдохните, выдохните, вы расслабитесь. По-немецки, если что, написано. По-русски не знаю, пишет или нет. В общем, 47.11 это вот прям здесь сейчас подышать. Это травы. Здесь сейчас подышал, вдохнул, выдохнул, расслабился. Иногда есть ситуации, когда тебе просто надо правильно подышать, потому что эмоции тебя переполняют. Вот. Два парфюма одной марки. Удивительно, как мне сейчас нравится марка Миколев. Очень-очень-очень. Это Queer Vanilla и Royal Маска. Я не знаю, правильно ли я называю эти парфюмы. В общем, они любимейшие. И они разные по звучанию, но они одинаковые по воздействию на меня. Мне в них комфортно. Комфорт – это часто то, чего тебе не хватает. Мне в них хорошо. И ты просто понимаешь, что тебе хорошо в этом парфюме. И если утром ты чувствуешь себя не в своей тарелке, и ты не хочешь каких-то исканий, терзаний, ну вот если мы говорим о парфюме, да, об этом, вот хтонь какую-то нагонять на себя. Нет. Иногда я этого не хочу. Я просто хочу красиво, комфортно, еще раз красиво, еще раз комфортно. Вот Миколев – это то, что дарит мне красоту и комфорт. И я чувствую себя неким единым целым с этими ароматами, да, то есть они тоже продолжение меня. Вот ванильный лес – продолжение меня, и ваниль кожа, и Royal Маска – это тоже продолжение меня. Они разные, но это какие-то, значит, разные грани меня. И последний парфюм, который я покажу,
Парфюм, которого у меня нет во флаконе, но который, когда закончится, вот этот от Левант, не первый от Левант, опять же. Флакон, я надеюсь, будет. Это Olfactive Studio Woody Mood. Когда я пишу название парфюма, YouTube говорит о том, что это недопустимое название, мне приходится менять буквы, что-то там неприличное считывает. Это удивительное какао, которое появляется не сразу. Наверное, но это, наверное, самое любимое какао в парфюмерии, которое у меня есть. Я помню, как я первый раз воспользовалась этим парфюмом. Я прям помню ситуацию, в которой я воспользовалась этим парфюмом. И я помню, что какао появляется где-то там минут через 40. То есть я уехала из дома, я поехала по делам. И когда через 40 минут я почувствовала, что где-то какао, я подумала, что где? Здесь невозможно нигде делать какао. Причем какао вот этот домашний, который бабушка когда-то мне варила на молоке. Что там, золотой ярлык был, да? Сладкое какао, прекрасное, вкусное, душистое. Вот именно оно появляется. И мне в этом парфюме так по-домашнему хорошо, и так я чувствую себя в такой безопасности, как когда-то в детстве, когда бабушка делала вот это вот какао. Этот парфюм был со мной в очень грустные дни и в очень грустных ситуациях совсем недавно. Но этот парфюм не стал для меня негативным каким-то якорем. Я намеренно этот парфюм носила в те дни и в те часы, потому что мне нужно было что-то, чтобы меня обнимало, поддерживало, сдерживало, возможно. Вот. И я очень-очень благодарна этому парфюму за то, что парфюм справился со своей ролью. Флакон будет обязательно, обязательно. Хотела снять для вас видео более веселое, жизнерадостное какое-то, оптимистичное. Мы же про антидепрессанты говорим. Но врать что-то не получилось. Изображать что-то другое, нежели то, что я чувствую, не получилось. Но поскольку вы здесь все свои, я думаю, что притворяться нет смысла. Друзья, я заканчиваю. Я очень надеюсь на то, что другие видео будут повеселее, пободрее. Тема какая-нибудь нарисуется веселенькая. А пока прощаемся. Я вас обнимаю. Берегите себя, пожалуйста. Всего доброго и продолжение следует.